Друзья, всем доброе утро. Сегодня у нас утро воскресенье, 8 января. Мы сегодня выселяемся с отеля. Мы уезжаем в Германию, а моя крестница с кумой уезжают в Польшу. Хотела немножко показать вид с окна нашего отеля. Очень красивая местность, такая уже предгорная. Тихо, красиво. И вот такой вид на Карловы Вары у нас. Очень красиво. Сегодня похолодало. Сегодня где-то плюс один сейчас. А вчера мы ходили с кумой вдвоем в спа-комплекс, тот же, в термал. Мы купались в бассейне ночью. Мы пошли в 7 часов утра. Ой, в 7 часов утра, в 7 часов вечера. И до 10 часов вечера мы там плавали. На улице уже было или плюс 4, ну, короче, падала температура до нуля. Мы купались на улице, это было незабываемо. Это было так круто, это такие ощущения. Но мы кайфанули. Вчера уже ничего не снимала. Просто отдыхали. Фотки очень красивые там сделала, получились. Ну, в общем, как-то так. Поэтому сегодня выселяемся с отеля. Еще погуляем днем по Карловым Варам. Еще будет какое-то видео. Так, друзья, мы находимся в центре Карловых Вар. Мы только что посидели немножко в кафе. Вот это вьетнамский ресторан. Мы ели том-ям, суши, там лапшу какую-то вьетнамскую. Сейчас Лизочка возьмет кофе себе в Старбаксе. И мы уже идем в сторону вокзала. Идем в сторону вокзала. Мы посидели, поговорились, наговорились, поделились эмоциями, впечатлениями. В принципе, ну, конечно, мы довольны, что мы встретились. Мы очень рады встретились, пообщались много, разговаривали. Наелись, напились, нагулялись, ножки болят. Классные экскурсии, конечно, но это все требует больших физических затрат. Вот. Хороший город, очень хорошее впечатление у нас. Ну, еще, наверное, полчаса мы будем в Карловых Варах и будем мы выезжать в Германию. Ребенок, ты счастлив? Да. Счастлив? Как у тебя аппетитно это все выглядит. Элиза. Элиза, да. Поэтому ты любишь, да, это кофе? Пойдем сюда. Налаживается погодка, выходит солнышко. С утра, конечно, было попрохладней. С утра еще мы зашли в китайский магазин, попался по пути. Мы там кофе купили свое любимое. Потом купили мы вафли чешские. И, в принципе, уже хочется домой отдохнуть после отдыха. Подводя итог, наверное, всего этого путешествия, хорошее впечатление, хорошие эмоции. Мы получили то, что мы хотели. Мы нагулялись и наобщались, и напарились в сауне, и накупались в бассейне.
Вчера, конечно, вечером это было незабываемо. Это классные эмоции, классные ощущения. Было очень много людей вечером. Мы почему-то подумали, что вечером будет значительно меньше людей. Но это была суббота, это был вечер субботы. Поэтому людей, конечно, было очень много. Классно, однозначно классно. Мне понравились вары. И я думаю, что мы сюда еще приедем. Пошли мои девочки. Все, с Богом.